Привет! Вы на канале Та-та-да Пати, меня зовут Таня. Сегодня я покажу вам огромный заказ китайского сайта Gummies. В этом заказе была и одежда, и кое-что для дома, также для маникюра. Если вам интересно, продолжайте смотреть. Давайте начнем с вещей. Первое, что я заказала, вы уже видели в моих предыдущих роликах. Это была вот такая вот очень классная горчичная кофта. Мне она очень-очень нравится. Она сама по себе горчичная, но есть также цветные ниточки. Зеленый, синий, фиолетовый и розовый. Это смотрится очень прикольно. Мне она очень нравится, и я считаю, что она мне подходит. Напишите в комментариях, подходит она мне или нет, по вашему мнению. Следующее, что я заказала, это была вот такая шапка. Я ее заказала, можно сказать, себе на сменку своей. Здесь внутри есть вот, такая вот меховушка, и когда будут достаточно сильные морозы, я думаю, я буду носить ее, а не свою тоненькую адидасовскую шапочку. Одевать я не буду, но она отлично села на мою голову. И, кстати, сейчас носит моя дочка эту шапку, она ей понравилась. Она такого темно-серого цвета, немножко синевой. Следующую вещь я заказала, чтобы выезжать куда-нибудь на природу, чтобы было тепло, так как в Питере сильный... постоянные ветра, и никогда практически не бывает жарко, даже летом. Я заказала вот такую, можно сказать, толстовку на молнии, худи с капюшоном. Здесь молния, есть два кармана с двух сторон, отделанные пуговочками. Внутри здесь чебурашка, очень мягкая, приятная, но немножко меня разочаровало, что в рукавах стоит подклад с утеплителем, а не вот эта вот чебурашка. Мне хотелось бы, чтобы и в рукавах был вот этот материал. В этом заказе я решила утеплиться и заказала еще одну кофту. Эта кофта длинная, она прикрывает попу. Такая вязка косичкой. В принципе, мне она понравилась, но насчет цвета я не уверена, подходит он мне или нет. Но носить я ее буду куда-нибудь, потому что она теплая, приятная. Здесь вот есть с внешней стороны такая ниточка, но ее я планирую спрятать вовнутрь. Следующей вещью я осталась недовольна. Это вот такая кофточка. Она пришла просто огромного размера, и мне она не подошла именно по размеру. По качеству она мягкая, в принципе, хорошо сшита, но есть также ниточки. Самое главное в этой кофте – это ее рукава с кружавчиками. Пуговочки я планировала вставить сюда другие, потому что мне эти не очень нравились изначально. Но все вещи эти стоили, можно сказать, копейки, и на сезон-2 их должно хватить, поэтому заказывать я, скорее всего, буду еще на этом сайте. А эту кофту, скорее всего, отдам кому-нибудь, кто будет нормально по параметрам, вот даже по плечам, смотрите, насколько она мне большая. Следующим моим заказом был аксессуар, это была сумка. Сумка мне понравилась, как она смотрится внешне, как она смотрится как аксессуар, но у нее был очень неприятный запах, и она до сих пор еще находится в стадии выветривания, я ее не ношу. Внутри здесь есть два отделения и один кармашек. Вот здесь вот кармашек. Я бы предпочла, чтобы внутри был не кожзам, а ткань, потому что, на мой взгляд, это было бы практичнее и удобнее, потому что пахнет именно вот эта вот черная отделка, которая идет по кругу. И внутри
и она первое время была, можно сказать, такой липковатой. И мне это не совсем понравилось. Но как смотрится сумка внешне, с вещами, мне очень-очень нравится. Эта часть выполнена под замшу. И здесь есть такой декоративный элемент, который вытаскивается, но это не нужно. И также вот вытаскивается. И также есть работающий замочек, как декоративный элемент. В этой сумке на ручках есть небольшие ниточки, которые нужно обрезать. Я еще ничего не обрезала, потому что эту сумку не носила. Как вам нравится сумка или нет, напишите в комментариях. На этом с вещами и аксессуарами мы закончили. Еще заказывала вот такого робота. Он шел без батареек. Он танцует и поет. Еще заказывала вот такой парик. На мне вы его можете посмотреть в прошлом ролике. Я уже снимала в нем видео один раз. В принципе, парик неплохой. Конечно же, он искусственный. И волосы путаются, но они хорошо расчесываются, не выдираются и не выпадают. Давайте теперь покажу, что я заказала для дизайнов ногтей. Я заказала вот такую коробочку с одноразовыми безворсовыми салфетками. Вот так они выглядят. Мне очень понравилась идея хождения таких салфеток в коробочке. Она открывается и закрывается. Это очень удобно. И в дальнейшем я просто буду использовать эту коробочку и покупать туда эти безворсовые салфетки отдельно. Потому что, конечно же, без коробочки выходит заказывать дешевле. Следующее, я заказала набор гель-лаков от марки Elite99. Вы могли уже видеть один из этих гель-лаков на дизайнах с лисичкой. Я использовала такой лососево-коралловый оттенок. Он очень плотный и можно нанести его даже в один слой. Это гель-лаки разных консистенций. Здесь есть два кремов. Это как раз вот этот лососевый и зелено-мятный. Дальше есть два желеобразных, розовый и голубой. Фиолетовый тоже кремовый и есть глиттерный. Этот набор мне понравился, и я, скорее всего, буду заказывать еще такие гель-лаки для рисования на типсах, потому что иногда не хочется тратить достаточно дорогие материалы на рисование, на практику, на разработку каких-то дизайнов, поэтому я использую гель-лаки с китайских сайтов. Также иногда я эти гель-лаки использую на себе, чтобы попробовать и интересно узнать, как они в действии, как они носятся. На себе я пока этими гель-лаками не делала маникюр, но обязательно как-нибудь сделаем. Дальше я заказала набор для проработки каких-то геометрических дизайнов. Их очень много, они стоили тоже недорого, поэтому я их и заказала. Также для дизайнов ногтей я заказала два вот таких наборчика. Один со стразиками и другой с жестяными фигурами. Здесь есть звездочки, треугольнички, кружочки, квадратики, капельки. Все это в разных размерах. Я попробую показать все это поближе на макросъемке, чтобы вам было лучше видно. Еще я заказала набор кистей. Каждая кисточка была в отдельном пакетике. Я их уже достала. Давайте я достану их все, чтобы не шелестеть. Так кисточки выглядят на маленьких достаточно деревянных ручках. Кисточки достаточно хорошо собраны. Я не могу сказать, что они прям хиленькие
но и также недостаточно плотно набитые, что-то среднее. Я их еще не пробовала в работе, как попробую, обязательно вам расскажу. Но они очень мягкие, такие гладкие и приятные. Обязательно буду ими пользоваться. Также для дизайна ногтей я заказала очень красивый гель-лак Хамелеон. Он переливается от фиолетового в зеленый. Тоже засниму и вставлю картинку. И последнее, что я заказала, это была вот такая кружка сито, чтобы просеивать различные мелкие продукты, муку, там, сахар и так далее. Сахарную пудру, чтобы делать такое пышное воздушное тесто. Я давно хотела такую кружку, но как-то давно все не попадалось она мне в магазинах, то я про нее забывала и так и не купила за многое время. И когда я увидела на сайте, то обязательно добавила ее в корзину к покупке, чтобы уже заказать, и она была. Я часто пеку различные тортики, пирожки, так как дочка просит, также блинчики, и муку желательно просеивать, чтобы все это было более пышное и воздушное. Вот такой мой был заказ, он был достаточно большим. Большинство товаров мне понравилось и могу их рекомендовать. Я все ссылочки оставлю под видео, если вам интересно. Кофты были по каким-то вообще смешным ценам, от 5 до 10 где-то долларов примерно. И весь вот этот мой заказ был на 100 долларов. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока-пока!